От души. От души. Зря Спок сказал. Чего? Он может аккаунт забанить или что-то такое. Не, Афер не забанил. Ну ладно. Не, ну типа за, знаешь, за фейк аккаунт, типа. Не. Ну ладно. ТП-1, ребят. Ну чё, на кого Спок? Да хуй его знает, не знаю. ТП-1, ребята, на Кольте, на Кольте. Шанс есть у всех. Но если Эйл сможет играть, как он может играть, тогда он... Один на арбалет пошел, дамажный. Просто трое Кольт, нормально. Трое Кольт. Блин, вообще что-то тяжелое вел. С таким пингом играть, конечно. Да, я о том придумывал, что не пришло. На самом деле... Почему? Ну потому что, блядь. Потому что он только что сказал, что он дохуя чего знает, блядь, нихуя не скажет. Поэтому... Один дрочит в ТП, ребят. Эйвел, он, ну как бы, все время, когда они играли нормально, он с таким пингом играл. Там, ну как бы не с таким, не с 100, но там 90 в основном его пинг был. Потому что он из Казахстана же в основном играл. Это из Питера он с меньшим пингом играл. Если Афер разозлится, он может разъебать. Второй аккаунт иметь можно. Его нельзя иметь в случае, если тебя забанили на основном, а ты я опять зашел. Я в РП, а так ты хоть 20 аккаунтов сможешь, никого не убил. А, по-моему, аккаунт не забанили. Ну, второй, ну, его банили. Блять, РПГ забрал на центре! Его основной был этот момент забанен. И я-то считал, что автор. Нет, банил. Ну, да. Там вроде как ранг сняли или что-то такое, дисквалификация. Ну, короче, смотри, какое же... правило. Обход бана, это как бы бан. На арбалет пошел Эвил, очень дамажный. Ну так правда, и сейчас Эвил? В порядке, просто вроде бы не играл со второго, вроде бы. И он однажды типа зашел, и там дисквалифицированный ранг был. Центр. Ну это может он что-нибудь какую-нибудь хуйню пиздел. Что он съест там, блядь, мать хумама. Поэтому он не снял. А патентой. Ну все, Афер если зашел, то это пиздец. Арбалет дамажный на этот прыгни по-любому.
единственный человек, с кем общается Тиран, блядь, точнее не общается, но как бы и пиздит, и пишет в чат, Хома. Ну и ладно. Не, просто забавно. Хома у него мэйт давнишний, если ты не знал. Бывает. Они играли раньше в паре. С этим голосовухой, причем. То есть все равно он фу нормально дает. А ахер, видишь? Нет. Зачем? Ну, да не, не зачем, просто дает все. Ну потому что есть. Какой-то процент. ТП-1. Когда инфа все равно нужна. Понимаешь? И как бы класть на эту хуй бессмысленно. Ну ладно. Ну ты играешь, грубо говоря, серьезную катку. И вот за счет того, что ты кладешь хуй на какую-то ключевую инфу, которая может быть за игру случится там раз 5. Это как раз таки повлияет на твой проигрыш. То есть это неразумно. А Хуман раньше вообще нормально играл. То есть он был в скилловом клане и такой он был. То есть он был как сейчас Тиран. Даже может получше. Так что играет он... Один Арквольд стоит, блядь. Побежал на качалку. Но он положил на игру и правильно сделал. Но не, он не положил. Он просто переквалифицировался в админ и разработчик. Что он сделал? Ну, он съехал с самой игры, в плане вот играть, и увлекся с терваком там, с такой. Шоу, кстати, вот Шхумам у них раньше был. Да. Знала? На кольце. Нет. Это ник Хумама. Ну то есть Хумама раньше не было. Был чел, у него был ник Шога. А потом Хумам стал Хумамом. Понятно. А привет еще не зашел. Я еще не вижу его. Центр дамаженный! Он типа зашел, но вышел. Я привет не вижу, почему. Не-не-не, его нету здесь. Он есть уже. Есть. Ты чё? Да. Капотек один. А чё нет? Это у тебя чё-то спак. Ну, короче, блядь. Как я тебе говорю, Эйрл опять укает. Точнее, не опять, а как всегда. Я пока. Но тем не менее, игра с высоким пингом очень тяжело. Ну, тяжело, так не его. Почему все опять не на Москве-то сидят? Кайф. А там пинг поднялся, поэтому сюда... Там, кстати, пинг 16 опять. Да. Че, опять его додосили или что? Да. Да, РПГ, выйди, забери, РПГ. Не, это не додосили сервак, это атакуют фаервол сервака. Почему такая проблема, блин, именно в Москве? Да, вот тоже интересно. Она не в Москве была, все серваки пинг поднялся. Просто он быстро исчез. Но почему все на Москве-то никто не играет тогда? Просто чел его сделал, грубо говоря, для нас бесплатно, да? А мы на него хоть раз. Он так вот включит просто.
Не, он ничего не купил. Этот сервер будет как замена. То есть, если мы сейчас поиграем, скажем, то, что сервак нормальный, то он убьет Швецию. Так надо перекатываться на него тогда. Но мы на него перекатились просто сейчас из-за пинга сюда пришли. Ну. Да Сентри что ли играет? Да. СНТ. Да. Что ты тоже залез? Не знаешь братьев сами. Да блин, вообще это тупая нет. Настройка приватности в Steam, сейчас все ставят ее, непонятно, блять, кто играет, кто не играет. Сэм, же видно, что Сэм. Да по нику можно понять. Кстати, у меня его друзья, походу, нет. А ну и похуй. Это вторая карта у них? Да. Первая или вторая? Вторая. Первая вас вилш. Эй, вы проиграли. Я вам пока. Да, я забыл что-то. Чё за левый шкапинок пришёл? Банец. РПГ один. Да все он исправил, что-то прислал к пацану. Так а он все неправильно написал. Пиздец ебан. Ну, бывает. Какой же, кстати, разрыв 20 градусов. Я. Ладно, пойду к ним в мамбл наломлюсь. Давай. Yeah.
А что случилось? Я отходил. Да не, ничего. Разрыв побольше.